everyone. So we are here at Tigromir with Tekken 7. So we are running now a tournament and we are really thrilled about it because people can enjoy the game with their friends and also here prove their skills. So we love the show, we love Russia because it's really important to us to have a maximum of fans supporting the brand. So please support us. Отличная игра, очень динамичная. Она стала лучше, чем предыдущие части этой игры. Она прибавила в скорости, она стала более зрелищной. トーナメントに関しては、ぜひちょっと時間がある時にブースに行って僕も見たいっていうふうに思ってますので、皆さん頑張ってください。 Это лицензионный диск Tekken 2, юбилейный. Теперь он этому диску более 15 лет. Теперь он с подписью создателя Казухиро Харады хранил этот диск, берег, а теперь он с автографом, поэтому сегодня день вдвойне особенный, вдвойне приятный. ロシアでやってる大会かちょっと覚えてないんですけど、ネットに上がってるやつをストリーミングではなくて、ライブ中継じゃなくて、録画をちょっと見たことは、もちろんワールドワイド全体の総合の国によって人気のキャラクターっていうのはそれぞれ違いますね。はい。очень интересные были решения сделаны, на мой взгляд, с механиками, связанными с яростью. Были введены похожие на 2D файтинги механики, такие как супер или ультракомбо. На мой взгляд, очень интересная комбинация получилась. まあ僕らがやっぱロシアの女性の名前をつけるときに、まず世界中で聞いてわかる。ロシアの人が日本人の名前聞いた時に発音しにくかったり聞き取りにくい名前ってあるじゃないですか。игра классная, очень нравится. Мы уже устроили большой зажигательный батл и с Ирой, и с, точнее говоря, и с Хлоей, и с Лили. Лилия, к сожалению, продула, но вот Хлою я сделала. Я последний раз играл в четвертую часть. Много новых персонажей, графика улучшилась. В общем, впечатления положительные. 例えば、日本だと、今回鉄拳7にはまだ純風間ってキャラがね、女性キャラがあれは日本ではあんまり人気はないんですけど、あとドラグノフっていうロシアのキャラクター、これは実はロシアよりも日本のところがちょっと データ上は面白いところです。очень интересные, очень классные персонажи, потому что в моем Tekken'е нету Лаки Хлои, мне очень нравится и драться ей, и быть в ее косплее. И мероприятие классное, веселое, как всегда. Ух, жарковато, правда. Are you ready? Все прошло очень хорошо, и я очень рад тому, что много людей постоянно стоит в очередь, хочет увидеть Tekken, и то, что очень много было участников. Это круто, это дорогого стоит. Я сначала подумал, что для новой игры будет очень много новичков, и люди будут очень сильно волноваться, и приемы, которые они хотят исполнить, будут у них не получаться. Получилось абсолютно наоборот. Все новички, которые хотели поучаствовать, получили тонну эмоций, были очень счастливы. Буквально за 5-10 боев потренировался, ну и понял, да, там, что как делать. В итоге у меня было небольшое преимущество над некоторыми людьми, которые как бы этого не знали. И занял вот 5-6 место. Это, я считаю, очень здорово. Турнир организован был очень классно. И особенно финал. Но соперники были сильные, поэтому пришлось очень много стараться. И пришлось посражаться с китайцем. Там такой есть сильный боец, Фэн. Вот пришлось с ним сразиться. ロシアで多分鉄拳のプロっていうのは僕あんまり鉄拳だけを専門にしたプロっていないと思うんですけど、ロシアでやってる大会嬉しいので、ロシア人のキャラクターもいっぱいいます。ぜひ頑張ってください。